В этом видео мы попробуем с вами разделить эту голову на группы, на полигруппы. Вот тут очень важная последовательность и одна маленькая деталь. Видите, если я включаю, мы видим сетку динамешевскую, да? И вот смотрите, вот это оказывается две кнопки. Одна называется Line, а вторая называется Fill или Full, и не вижу толком. В общем, Line надо отключить, ребят. Отключили Line. У нас получился вот теперь полигруппа вся она. Вся. А нам нужно разделить ее, разбить, да? Ну, это делается при помощи... Зажимаем Ctrl и делаем маски. Аккуратно так проходимся здесь. Маленькую сделаем и тоже уберем здесь. Готово. Теперь важно тоже нажать. Секунду. Сюда. Нажимаем Ctrl V. Видите, у нас что получилось? У нас окрасился другой цвет. Это означает, что у нас получилась полигруппа. Если мы Line включим, да, мы видим, что полигруппа есть. Теперь надо вокруг. А как провести вокруг, чтобы не задеть то, что уже есть? Тут тоже внимание. Нажимаем Ctrl-Shift. Кликаем по этому группе, еще раз по ней кликаем и получаем такую дырдочку, отверстие, да, то есть оно сейчас скрыто. И тем самым мы можем спокойно сверху теперь наши веки рисовать, не задевая то, что мы уже нарисовали. Вот так. Поменьше и поправить. Повторяем. Ctrl-V, не забывайте. Так. И опять Ctrl-Shift. Кликаем. Исчезло. Можем работать дальше. Теперь мы возьмем большую часть лица. И так далее будем нос, губы выделим. Ухи и так далее. То есть сейчас я покажу уже вам готовую. Но смысл тот же самый. Смысл тот же самый. Вы берете, зажимаете Shift и выделяете эту область лица. Такую маску накладываете. Далее Ctrl-V и Ctrl-Shift, клик. Готово. Теперь можем дальше работать. Я включу быструю скорость, чтобы вы видели. То есть вот так в итоге выглядит наша раскрашенная кукла. Да, посмотрим. Теперь включим Line. Ну да, вот тут все это как бы хоть слабо, но видно. Следующие шаги мы сделаем для того, чтобы из почти миллиона полигонов здесь сделать низкополигональную модель. Ну, это нужно в основном для анимации, естественно. Ну, пройдем мы за Стивом этот путь. Хотя мне сейчас пока и не надо вроде бы, но знать полезно. Итак, что он предлагает? Он предлагает в этом случае пойти. Так, где у нас геометрия? Вот она, геометрия. Z-ремешер. Не путать с Abtool'ы, просто ремеш. Вот это не надо путать. Есть здесь специально. Так, еще раз. Геометрия.
Z3 Measure. Включить Keep Group. Groups, groups. И перевести, допустим, вот этот ползунок на 8,5. И сказать ремешер. Подождать, пока просчитает. Это быстро, в общем-то. Так, мы видим, что у нас сейчас получилась довольно-таки неплохая сетка. И посмотрим сейчас, что у нас здесь. Вот представьте, 700 тысяч на 17 тысяч. То есть, вот это того стоит. Если компьютер слабенький, не тянет. У меня в Руси 8 гигабайт, но все равно было бы неплохо. Можно посмотреть и, допустим, попробовать на 4,5. Понимаешь? Еще раз. Вот так он более чисто сделал. И у нас вообще 9 стало. Так. Ну, а теперь посмотрим, как это выглядит на самом деле, ребят. Выглядит, конечно, тяжеловато здесь, я смотрю, да? Но достаточно будет сделать парочку раз Ctrl-D. Ctrl-D. И все. И можно начинать скульптить. Но это мы с вами сделаем уже в другом видео.